Томилине на железнодорожной улице конфликт между жильцами общежития закончился стрельбой. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Стрелявшим оказался 33-летний уроженец Калмыкии. Во время ссоры он достал пистолет и выстрелил. В результате пострадал 30-летний мужчина, которого пришлось госпитализировать. Со слов задержанного, травматический пистолет он взял у своего знакомого, который также участвовал в драке. Сотрудники полиции изъяли орудие преступления и отправили на экспертизу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.